Ты хотя бы знаешь, сколько раз твой сын рисковал своей жизнью? Я не собираюсь брать на себя ответственность за его жизнь. И у меня всегда были сомнения насчет твоего сына. У меня к тебе такой вопрос. Эра, почему твой сын такой слабый? Я знаю, что этот парень старается натренироваться, чтобы превзойти меня. Но сколько бы мы ни сражались, казалось, что сил этого парня вовсе не лучше. Его магическая сила становится только слабее. Почему? Расскажи тебе, как он родился. Теперь ясно. Это причина, по которой его магическая сила была ограничена. И что же тогда произойдет, если закончится его энергия? Мы никогда не узнаем, и было бы лучше, если бы это никогда не случилось. Блять, слишком поздно. Где тебя, черт возьми, носило? Я не знаю, она исчезла. И я не волнуюсь за него. Теперь я кое-что понял, насколько он хрупок. Сначала я подумал, что у них обоих есть что-то общее. Они были невероятно оптимистичны, хотели защитить всех, даже если были недостаточно сильны. Больше всего верят в добро. В этом парне я увидел отражение своего брата. Но в конце концов, они разные.